Ой, на самом деле куча всего было, и что-то одно выбрать невозможно, да и времени не будет сказать и рассказать все, но самое главное, что произошло со мной, я приехала в Тбилиси, я переехала сюда, и куча знакомств, куча всего интересного было, я начала учить язык, выучила алфавит, то есть для меня это было что-то новое, новая жизнь, как будто я, знаете, когда начинаешь заново жить, заново язык учить, заново общаться с людьми. Здесь другой менталитет, в Москве совсем по-другому все. И очень важный год для меня был, на самом деле, очень много всего интересного было. Ну и самое-самое классное, конечно же, я научилась делать мамалыгу. Вы знаете, я в позапрошлом году нашла свою любовь. И только в прошлом году, вот совсем вот недавно, вот я 100% убедилась, что он действительно меня любит. Это для меня, наверное, самое лучшее было. В этом году у меня было очень много хороших знакомых, новых, продуктивных, перспективных, с которыми и мне хорошо, и им со мной хорошо. Очень важно иметь хороших друзей рядом с собой. Вот. Ну, что еще сказать? Немножко не вся целиком, у меня есть несколько мечт, несколько из них сбылось. Для меня это тоже самое главное. Ну, в принципе, все. Замуж пока не вышла. Самое значимое было, как я его встретила. 2017 год я встретила на корабле, когда плыла со Стокгольма в Хельсинки. Каюта у меня была под номером 2017. Я считаю, что это очень повлияло на мой год. И он у меня прошел очень счастливо для меня. Я чувствую себя счастливой. Самым значимым для меня было то, что я сама получила водительские права. И я думаю, что на следующий год куплю себе машину новую. Потом Новый год – это мой любимый праздник. И мы я из Баку сама, меня зовут Сумара. Мы каждый год приезжаем в Грузию, чтобы отпраздновать этот праздник. У нас в Баку тоже этот праздник проходит очень сказочно, можно сказать. Это самый мой любимый праздник. Я вообще люблю Россию, Грузию. Мы часто туда приезжаем, в Россию, в Грузию. И всем передаю привет. В уходящем году больше всего мне запомнилось то, что я начал свой новый бизнес. И то, что я сделал девушке предложение. В уходящем году я в начале года устроилась на новую работу, которой безумно довольна. Съездила в несколько командировок по России, чему тоже очень рада. Вот. Также, наконец-то, мы приехали в Грузию. Мы планировали поездку несколько месяцев. Наконец-то у нас все срослось, получилось. И, конечно же, это предложение в Казбеге. Так, а в целом, я считаю, что в этом году у меня все получилось как нельзя лучше. Вот, я очень довольна. В первую очередь, моя старшая дочка пошла в первый класс. Первое. И второе – покупка машины. Родила первый раз, самое главное, на всю жизнь. И сменила много работ. Тоже прекрасно, очень классно. Познакомилась с многими людьми, прекрасными людьми, подружилась. И не знаю, все. Ну, вообще, этот год как бы очень значительный для меня был, потому что я уже заканчиваю школу, у меня последний год, и очень я вот как бы думаю каждый день о том, как бы как у меня будет складываться дальше жизнь, и поэтому каждый аспект я как бы обдумываю. И вообще этот год для меня был очень значительным, потому что я и начал учить французский, и вообще как бы постарался, чтобы все мои школьные как бы дела закончились благополучно. Так, летом я отдохнул хорошо на море, на побережье Черного моря. И с новыми силами вот как бы начал как бы учиться. Ორი თვე ჩვენ მეტი წელი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, რადგანაც დავამთავრე ბაკალავრიატი და ამავდროულად გავხდი მაგისტრატურის სტუდენტი. მოგესალმებით, რომ განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია თითოეული ახალგაზრდისთვის. ამავდროულად ავიხდინე ჩემი ოცნება და ერთ-ერთ ტელევიზიაში უკვე ჟურნალისტად ვარ და ესეც მნიშვნელოვანია ჩემი კარიერული წლისათვის, წინსვლისთვის შემოშალა და რა ვიცი, ძალიან ბევრი პატარა მნიშვნელოვანი დეტალები მოხდა, რომელიც საბოლოოდ ჯამში კრავს იმას, რასაც ჩემს ძლევთქვა 2017 წელი მართლაც განსაკუთრებული იყო.